Здравствуйте, с вами технический обзор от компании Астроскоп и я, Руслан Зоркин. Здравствуйте, ребенок захотел микроскоп, помогите нам выбрать. Оптический прибор должен быть качественным и максимально простым в обращении. К тому же у нас нет возможности регулярно помогать ребенку, он должен делать все сам. Именно с этой фразы начинается практически каждая консультация по выбору микроскопа для детей. Сегодня у нас на обзоре оптический прибор, который удовлетворяет всем вышеперечисленным требованиям. Микроскоп Конус Колледж. Это упрощенный вариант лабораторного микроскопа, адаптированный для учебных целей в школах и дома. Конструкция оптического прибора очень простая и надежная. К металлическому основанию одним винтом крепится станина, которая имеет возможность наклона на 75 градусов. Это очень важная функция, которая позволяет вам выбрать удобное положение окуляра. Ваша шея не будет испытывать нагрузки, и в микроскоп можно смотреть часами. На станину установлен предметный столик, тубосодержатель с трехпозиционной револьверной головкой и окулярной трубкой. Внутри станины спрятаны винты грубой и тонкой фокусировки. Если снять крышку с верхней части станины, то можно увидеть те самые микровинты, хорошо смазанные и выполненные из металла. Любые действия, даже самого неопытного пользователя, не смогут нанести микроскопу вред. Сбалансированная конструкция оптического прибора позволяет установить на него, при наличии соответствующих переходников, специальную камеру, цифровой или зеркальный фотоаппарат. Оптический прибор поставляется с одним 15-кратным окуляром и тремя качественными ахроматическими объективами 4-крат, 10-крат и 40-крат. Окуляр выполнен в металлическом корпусе по оптической схеме Кёльнера. Посадочный диаметр 23,2 мм. Глазная линза имеет слабозаметное голубоватое просветление. Окуляр продемонстрировал высокое качество изображения. У комплектных объективов полностью исправлена хроматическая аберрация и частично устранена сферическая аберрация. Объективы имеют посадочный диаметр в 20,32 мм и выполнены по стандарту RMS. Это значит, что их можно заменить любыми другими объективами того же стандарта или объективами советского производства, тем самым расширив диапазон увеличений. В начальной комплектации вы получаете возможность варьировать увеличение от 40 до 640 крат путем вращения револьверной головки. Базового увеличения более чем достаточно для наблюдения любых насекомых, растительных и животных клеток, одноклеточных микроорганизмов и жидкостей. Предметный столик неподвижный. Фокусировка осуществляется путем перемещения объективов. Столик оборудован двумя металлическими лапками-фиксаторами для предметного стекла. Под столиком установлен нерегулируемый однолинзовый конденсатор с апертурной диафрагмой и креплением под светофильтры. Посадочный диаметр светофильтров 32 мм. В отличие от большинства современных микроскопов, Конус Колледж лишен сетевого модуля подсветки. На его месте установлено двухстороннее зеркальце. Для проведения наблюдений микроскоп необходимо располагать рядом с источником яркого света и позиционировать зеркальце таким образом, чтобы лучи света, отражаясь от его поверхности, проходили через структуру образца и попадали в объектив. В качестве источника света подойдет любая настольная лампа. Ни в коем случае не направляйте зеркальце на солнце. Это может нанести вред вашим глазам и привести к потере зрения. Для оценки качества изображения был использован наш стандартный набор тестовых микропрепаратов. Дафния, инфузория туфелька, срез перца, шкура жабы и срез пробкового дерева. Вместо окуляра мы установили специальную цифровую камеру. Отдельно стоит отметить, что во время тестирования микроскопа на него не устанавливался дополнительный осветительный блок, и снимки, которые вы увидите, были получены при освещении зеркальцем от настольной лампы. На изображении присутствует несущественная сферическая аберрация и кривизна поля, но в целом картинка весьма качественная. Подсветки от зеркальца вполне достаточно,
Даже пришлось уменьшать ее интенсивность при помощи апертурной диафрагмы конденсатора во время наблюдений анатомических срезов перца и пробкового дерева. Микроскоп оставил исключительно положительное впечатление и получает 8 из 10 возможных баллов. Один минус. Конус Колледж заработал за простые лапки-фиксаторы на предметном столике. Они хорошо прижимают предметное стекло, но плавно перемещать препарат в поле зрения объектива невозможно. Второй минус. Микроскоп получил за отсутствие стопорного винта, ограничивающего ход тубосодержателя. И можно по неопытности раздавить предметное стекло с препаратом. Отдельно хочется сказать пару слов о зеркальце. Многие считают отсутствие сетевой подсветки минусом, но мы уверены в обратном. Зеркало — это огромный плюс, и пользоваться им очень просто. Вы не привязаны к розетке. Поставили микроскоп возле хорошего источника света, и можно работать. Это особо актуально, если оптический прибор приобретается для школы, так как в рамках учебного кабинета нет возможности подвести розетку к каждой парте. Кроме этого, без осветительного блока микроскоп получился значительно дешевле своих аналогов. Конус Колледж дороже школьных моделей, но доступнее микроскопов лабораторного класса с аналогичным качеством оптики. Микроскоп однозначно заслуживает места на вашем столе и будет долгие годы радовать вас новыми открытиями. Приятных вам наблюдений! С вами был технический обзор от компании «Астроскоп». До скорой встречи в нашем магазине!